«Все для спорта, все для победы». Этот лозунг стал жизнеутверждающим для семьи Горячевых. В Ульяновске Сергей и Наталья воспитывают особенную дочь Полину, которая мечтает стать паралимпийской чемпионкой. Девочка тренируется каждую свободную минуту, чтобы получить билет в большой спорт. Мы занимаемся с Полиной, вернее она, больше спортом, очень интенсивно. У нас тренировки каждый день проходят. Занимаемся легкой атлетикой, бросаем, ну, метанием клуба. Вот. Ну, наверное, больше расскажет сама Полина. Вообще, я еще не участвовала в соревнованиях по легкой атлетике, но сам спорт мне нравится. Я хочу заниматься, я хочу много работать, чтобы победить. Этим юным спортсменам проблемы со зрением не мешают преодолевать дистанции на беговой дорожке в десятки, а то и сотни метров. Особенные дети, так же, как и остальные, любят подвижные игры и ведут здоровый образ жизни. Во-первых, скорость, можно быстро бегать и, ну, когда набегаешься и пот, и как, ну, хорошо становится. А ты расскажи, тебе за что нравится спорт? Ну, за что он может нравиться? Ну, наверное, за здоровый образ жизни, типа как. Сегодня ребята вместе со своими друзьями и товарищами пришли на центральный стадион имени Льва Яшина, где стартовали первые детские паралимпийские игры Ульяновской области. Данное мероприятие проходит для многих категорий, для ребят инвалидов, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, со всей Ульяновской области. Здесь представлены школы, интернаты, учреждения, областные учреждения, работающие и занимающиеся детьми с ограниченными возможностями здоровья. Около 300 спортсменов дружной колонной промаршировали к главному месту действия на стадионе «Труд» для торжественного открытия. Наша задача как органа власти – создать максимально комфортные условия для занятий физической культуры и спорта в регионе, обеспечить доступную среду и наиболее комфортные условия для всех категорий граждан, которые имеют желание заниматься и приобщиться к физической культуре и спорту. После всех приветственных речей был поднят флаг паралимпийцев и зажжен огонь – символ паралимпийских игр. Нам приходится вдвойне доказывать, преодолевать трудности, то есть там даже банальный выход из дома для кого-то это очень, ну, тяжело, то есть там добираться до куда-то, то есть и тратить на это очень много энергии и сил, поэтому тут как бы это вдвойне тяжелее, если не втройне. Спортивные соревнования организованы в областном центре с 27 мая по 1 июня. В программе легкая атлетика, матчевые встречи по футболу, соревнования по плаванию, настольному теннису, парабадминтону и дзюдо. Победители получат путевку на главные паралимпийские детские игры страны, которые пройдут в этом году впервые. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.